Музыкальные способности в своей ученице Оксана Александровна разглядела еще на подготовительном отделении. Тогда маленькая Соня покорила педагога своей собранностью и целеустремленностью. В творческом тандеме преподавателю и юной пианистке удалось добиться результатов. У нас очень хорошие с ней отношения. То есть мы понимаем друг друга, так как я с ней работаю с 5 лет. То я знаю, как же ее музыкальная клеточка, и знаю, когда она начинает лениться, на какую кнопочку нажать. 2 года на отделении раннего эстетического развития и 4 класса на отделении фортепиано. За это время София Демидова успела выступить на 10 творческих конкурсах. Последний международный фестиваль «Техника и стиль» проходил в Москве. Ученица детской школы искусств посчастливилась сыграть в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Мы выбрали программное произведение, которое вот именно произведение, которое ей очень нравилось. Вот, и нам очень повезло, что там был потрясающий просто рояль Стэндвей, на котором звучало очень красиво все. И она играла свободно уже как мастер, это приятно. На международном фестивале в Москве Соня завоевала звание лауреата 1-й степени. Выступать перед публикой волнительно, признается юная пианистка. Но возможность сыграть в большом концертном зале – бесспорно достижение для исполнителя. Мне нравится в этом инструменте то, что он большой, потому что необычный. В нем есть что посмотреть, есть что узнать. У фортепиано древняя история. По итогу международного фестиваля София Демидова получила приглашение на конкурс в Болгарию. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.